Марго Робби показала фото в образе героини «Хищных птиц». Голливудская актриса снимается в фильме, основанном на комиксах DC. В ленте она играет злодейку Харли Квинн. Актриса Марго Робби показала снимок себя в образе злодейки Харли Квинн, героини нового фильма «Хищные птицы». Снимок за 2 часа собрал более 1,5 миллионов лайков. Лента «Хищные птицы» расскажет историю девушек, наделенных суперспособностями. В частности, команда включает Харли Квинн, охотниц, Черную канарейку, Кассандру Кейн и Рене Монтою. Эта команда будет противостоять злодею по имени Черная Маска. Выход фильма состоится 7 февраля 2020 года. Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон в 50 лет впервые станет матерью. Она намерена удочерить девочку из мексиканского приюта. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.